Здорово, бродяги, с вами Роуз, и вы на канале Very Hard Game Mod. Напоминаю, фишка этого канала в том, чтобы проходить все игры на хардкоре. И сегодня у нас Stalker Clear Sky. Загрузим с нашего последнего сейва. Я тут прям пробежал немного от базы. Это не вошло в видео, но ничего такого не произошло. Ну чё, как долго-то? Ну ничего страшного, бывает. Всякое бывает. Бывает, и нахуя умираю, как говорится. Прошу прощения. Сейвимся, просто не впадлу потом менять, если нас убьют, впадлу дробовик менять. Против мутантов мы всегда... Мы всегда с дробовиком против них, точнее с ружбайкой. Она умерла. Так, секундочку. Да, пишем, все заебись. Я просто проверяю, иногда ОБС мало ли не сработает. Кацанули все-таки. Так, да, коли тут своих-то ждать. Прошу прощения. Ну ладно, эту область я зачистил, в принципе. Теперь на свалку. Я пропущу всю эту беготню. Итак, продолжаем на свалке. Я добежал до сюда уже. Сука, давай, выходи по одному. Сколько это херь стоит? Ну хоть что-то. Блин, опять тут нашего челика убили. Они сюда дойти никак не могут. Тут уничтожают их всегда. Как другие-то объекты ее бы захватывают. Ну ничего, я патроны для валов купил, в общем. Во, вот на этой штуке можно нихуево обогатиться. Хотя...
Не, блин, места нету. Ну что, засейвимся. Так, что тут? Тут есть что-нибудь? Да, адреналин, патроны для калаша. Любошим дальше. Тут где-то аномалия будет. Или не будет. Славно! Теперь у нас хватит силёнок, чтобы дать по шее любому, кто поднимет руку на нашего брата. Так, ребята, слушайте сюда. Нужно захватить контроль над тропами, ведущими на кордон. Если слушаю тебя! Ни одна бандитская мразь на выстрел не подойдет к нашей базе. Ваня, папа. Четкая погремуха. Он не хочет, чтобы я ему помогал, ну да ладно. Здесь-то мы отбили, я надеюсь. Блять. Трамплин. Да, бандиты, кстати, наращивают свою силу. Ну, нечего рассказывать, дай мне, я аптечку у тебя куплю. 1520, аптечка и бинт, отлично. Мужик, я тут уже, блядь, 100 лет как дрочу. Так, здесь тоже никого нету. Так, ну не будем мозга ебать, поставим вал. Очень мощная пушка. Аномалия. Хедшот, по-моему, был. Блин, а почему у меня с кровотечением хп не убавляется? Ну, а как через раз? Баг, что ли, какой? Блин, сюда бы вот скопу, конечно, поставить. Вал вообще четкое оружие. Прям в натуре вал. Ну, я тут у меня тоже возьму. Эх, блядь.
Эх, блядь. Во, петушары, а. Ничего. Ща батя нахуй всех раскидает. Не, вал очень четкое оружие на самом деле. Прям очень четкое. А, вот тут я засейвился, что ли. Шеврон. Как заклинил-то, блять, я же его чинил. Так, ладно. Блять, и спрятаться-то негде. Я придумал. Даже вот что есть. Эх, блять, фонит. -3. Блин, живучий, падла. -4. И -5, походу. Вот здесь там, может, кто что захватит, блять, они что, издеваются? Так, всех тут положили, засейвимся. Бинтата завязал. Каждому ашоту по хедшоту, ёп. Профессионально ни хера. Блять. Закопаем вас, сучи. Твою мать. Отец вам, падлы. Бессмертный, что ли, блядь? Пацаны, помогите! Вот и все.
эти точки захватываю, все равно туда никто не идет, блин. Обещали же баг по этот пофиксить. Блять. Ладно, пойдем, в принципе, на основное. Где там наши-то инвалиды, блядь? А, хуем во рту шляпит, понятно. Ну, сходим туда, что ли. Продолжаем. Ружья у нас чисто для мутантов. Сохранимся. И ебашим вон туда. Пять человек. Блять! Тяжко, тяжко. Сосемимся, чтобы нам не бежать потом опять полгода. Эх, блядь!
Да они заебали, блядь, со своими ружьями ебаными, это пиздец. Мандражой, пацаны! На тебе гранату! Бля! Заходи, сбоку заходи! Берем его, тепленького! Хедшот. И последний. Все. Вот и все, ребят. Так, пошмонаем. Что-то бандиты нищие какие-то, блядь. Блин, случайно ружбайку подобрал. Разрядите, выбросить. Обыщем труп. Патроны пригодятся. Монеты тоже тема. Так, плащ. Ну, это херня полная. Чё у меня там? Ну, по броне у меня, кстати, неплохо. Вообще неплохо. Сейвимся. Чё тут тайничок бы хотя бы какой-нибудь сделали, блин. Ладно, я сейчас побегу в другое место. Как всегда на паузе. Продолжаем. Чё у нас тут по остановке-то? Тут все печально, тут только один чел. Так. Ну, они наращивают свою мощь, а у нас инвалиды. Так. Да блин. А, все. Здесь, да, барахолка. Бандиты. Ну, пойм, туда сгоняем. Надо их потихоньку защищать. А то это не дело ни хера. И вон сюда бандиты идут. Ну чё, сейчас защитим остановку. Вал, надо экономить. Блять, на него прицел бы какой еще поставить. Очень точное орудие. Оружие, точнее. И отдачи нету практически вообще. Отличная пушка. Она с апгрейдом стоит 24 тысячи. Слушаю тебя. Но я ее подобрал.
Ее нас так просто не возьмешь. Болт вам ржавый. Конечно. Че вот эти-то, блядь, придут сюда? Гоняем. Домой нах. Ё-моё. Вот и все. Да чё ждать-то? Иди сюда, ёп. Кого он стреляет-то? Да, с аптечками прям в игре вообще беда. Ну рассказывай давай. Ну рассказывай давай. Блин, да вы издеваетесь. Так, нам идут гости. Ну, что расскажешь? Воевать пойдем, ее. Хорош лясы точить. Да, круто, блядь. Че нет-то никого? Ну-ка. Ёбаный. Да чё калаш-то к нему, блядь?
Да, здорово, блядь. Кого он стреляет-то, блядь? Все, мужики, отбой! Рванули! Ой, блин. Я уже устал за эту сраную свалку воевать. Все, походу. Ну-ка, у них мощь-то хоть убавляется вообще. Ну, потихонечку, да. Просто я свалку прохожу. Но хочу захватить полностью ее и выбить бандитов. Блин, а почему у меня реально от кровотечения ХП не убавляется? Да, в чистом поле воевать не вариант. Ну ничего, сейчас потихонечку все зачистим. Захвачу свалку и будет вообще четко. Эта пушка нужна. И сохранимся, чтобы не щелкать каждый раз. Вон братки бегут. Блять! На свалке опять бажит нахуй вот эти союзники, так сказать, наши бродяги. Где они вообще все? Почему я в соло все прохожу? Я чё, блядь, терминатор, что ли, по их мнению, или чё?
блять, заклинило. Есть, вышло. Мы закрепились на свалке. Кто не понял, ударяю. Путь на свалку открыт. Сколько раз, блять. Отменяется. Все, теперь последний рывок. Пора нагрянуть в самое ихнее логово. Показать бандюкам Кузькину мать. Да базар нет, мужик, но пусть они пойдут только за мной. Блин, с кровотечением баг в натуре какой-то. Так, бля. Серьезно. В голову мне попал, сука. Да? Да, вот это изи, конечно, блядь. Ну вы сами все видите. Жестоко, очень жестоко. Что там, где наши-то вообще нахуй? Я понять никак не могу. Раз, два. И сюда они не идут, сюда тоже не идут. Че за херь такая? Я что-то искренне не пойму никак. Берег бандиты. Ну, сгоняем туда, сейчас зачистим. И на этом будет прохождение, я думаю, вот это закончено. Ну-ка, что там с кортицом? А, хуй, нет. Так, где ПМ-то, ёб? А, во, выкинуть нахер. Хабар бы какой найти. Бля, чё-то много их там. Я понял, как надо стрелять, короче. Где еще ублюдки? Нихера. Ну,
хера. Ладно, хрен с ним. Засейвимся и пойдем. Блин, вон туда. Разматывать пидорасов. Так, засейвимся перед замесом. Мне просто... Знаете, я бы все это на изи прошел, но мне просто впадлу бегать и делать одно и то же. Откуда, блин? Так. Ну где эти уроды-то? Давай, пацаны. По одному нахер. Сколько их там, блядь, 10? Опромет, чего, блядь. Мобы тут сильные, конечно, блин. Мне-то целиться надо, а им похуй, они заскриптованы, они и так хуярят прям. Сука, да почему его клинит-то? А чё, так можно, типа, вот до сюда гранату, сука, вон оттуда, блядь, докинуть? Это пиздец, блядь. Бесит в пизду, нахуй. Гранатами, конечно, бред дичайший. Ай, блядь. Нет, пизду, пойду квест сделаю, потом разъебу. Хотя, в принципе-то уже долго и так пишем, дорогие друзья, на этом часть это прохождение заканчивается, прошу прощения. Все, кто это смотрел, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Только Роуз, только хардкор.